Да, я же говорил. Проходит там ауешки, просто хилить не могут вас на. Не знаю, я вот замечал много раз, то, что даешь ауешку. Блять, Фрэнкли нахуй, я все время не скейт, жму нахуй. С меня, блядь, шип спадает, вот порча моя висит, сука, сколько нахуй. Но ты не замечал, почему некоторые шипы заливают за секунду? 8 секунд, нахуй. Вот за 8 секунд пьют? Считай нахуй это. Ну, я стою на шипе, нахуй, все время. Да. Короче, блядь, ладно. Сделаем так, и попробуем на один. Там вначале можно было починиться. Кирилл, мне пока надо замену посидеть. Пока да. Дайте. Ну, так, один разочек. Локи шкаф. Не, он не делит, он дремит, это хуйня. Это все хуйня. Тыкните на шкаф. Может, нам чуть дальше печеньку шкаф поставить, чтобы было больше угол? Ну, чуть ближе к выходу. Сейчас вернется. Ты уйти хочешь? Что еще раз шепчет? Я говорю, может быть, поставить печеньку ближе к выходу, чтобы больше был угол. Ну, чтобы это служило. Еще раз тебе говорю, если дальше поставить печеньку, если ее дальше поставить, он будет останавливаться где-нибудь здесь. Он становится в кресте, нахуй. И лужа пойдет в рейд. Еще раз повторяю, эти метки стоят близко для того, чтобы лужа разливалась конкретно вот так вот, как она разливается. Не так, когда вот тут вот она разлилась, а вот именно, чтобы он вот так вот юзолил. Если метка становится дальше, он останавливается на полпути и льет лужу в кресте. Понимаешь? Надеюсь, что понял. Спасибо. Так что, пробуем демона убираем или как? Бомбить? Не, наверное. Это, блядь, это забей. Там она демона, а не на пет. Это не на пета было. На пета это глупо было бы. Настя. Да, а чё даю? Блять, это шутка нахуй. Вихрь. Ты блинканулся, и он лужу разлил как раз в этот момент в тебя. Не-не, там до этого шло. Ну пошла прямо в центр, через рейд. Это залупа нахуй. Блэки, чё? Не знаю, на кого-то из вас. Вы там троём стоите, это ваш косяк нахуй. Не знаю, на кого из вас она пошла. В центр через рейд, как мы шли в кресло. Этот, через правый. Ну, значит, Блэйч. Старался. Просто уже блинковался через этот ридаровский, она уже через рейд шла, я чутка правее стал. Чтоб в луже не сдох. Нахуй они так. Пожалуйста, ну ребята, пожалуйста, соберитесь нахуй. Ну ебать, ну ничего сложного нет. Ну сука, ну дыги-дыги, ебаный в рот. Мне просто интересно, какой он будет в финальной версии, блядь. Такой же, как и обычный, нахуй. Он будет в финальной версии. Ляма 60, нахуй. 90, наверное. Да ну нахуй, не будет 90 лямов. Ну, в конце концов, у него будет лямов 60. Ну, 60 это нужно, когда УКГР откроют, наверное, тогда. Да не. Чтоб там уже, блядь, пуги 240. Раньше. 90 это можно же поставить. Они будут его закрывать пуги 240, поверь. Даже когда у него будет 60 лямов.
Ну, 260 хотя бы. Леди не все убьют. Я просто не понимаю, ну хуя они так делают, блядь. Леди, у леди пока не станет где-то лямов 80, нахуй, её хуй кто убьет. Чек эти проверяйте, нахуй. Меньше должно быть, там же пиздец. Не, там 80 плюс-минус хватит, если подобрать сетап хороший. Ну, каких-нибудь там условных три фурика, ретрик на трэш чисто 4 человека. Остальные просто все по боссу появят. Ну и контрол, соответственно. Типа там, если сетап подобрать, можно будет убить. Это ты еще назвал без знакомого. Кто на пулю, это трэш будет, они сорвут сразу с танка. Не, ну так понятно, два роги будут в рейде, которые будут напуливать на танк, соответственно. Два ГДК, которые будут меняться босс. Сначала на одного напулили, как только начал стакаться эта хуйня, напуливают на второго, на котором нету стака. Все, все просто. Ну и, соответственно, эти роги еще от духов должны отходить. Так, сколько у меня масла осталось? 23 минуты хватит еще. Чего-то не хватает. Каски нет, ног. Лапки нет. Резкий вдох вылетел. Или чё он, блядь? Я не написал. Райский вздох. Ты тут? А сколько у леди сейчас? 165 или 130? Сейчас скажу. 163. Таргет леди. А, 130. 133 лямона. И 28 камены. Еще лямов 50-60, ну 60 где-то, ну, среду еще она стала убиваемой. У него, то есть, хп больше, чем у ребра, блядь, я в ахуе. Хм. Блядь, ладно. Идите курите. Не, ну да, ну леди нереально осилить, слишком много хп. Для такого гира просто нереально. Что вот в голове у ебаных админов, блядь? Обезьянка с барабанами, с этими. Зуламан порадовал, конечно, блядь. Помойка такая легко проходится. По сравнению с X2, конечно. Не, но все равно туда надо было идти. Те, кто 260, этот, закрывали целка 25 оп. Те, кто слабее были, вряд ли там проходили. А тут тогда что надо закрывать нахуй Т5? Вот если бы мы в Т5 были здесь, ну было бы еще как-то, блядь. И жили бы получше, и ДПСик. Ну, в Т5, я думаю, вот если с X2, Т5 не то, которое, когда у ККР было, вот когда только ЗСОка выпустили, вот Т5, если бы прийти сюда. Хотя по два царику все бы жали, тогда бы нормально заливали этих боссов. Ну насчет леди хуй знает, а вот ребро да. Щитки ДЦшные вообще, на вихре просто рулили бы. 0.5, блядь. Так, купол же есть в Т5. Купол, вся хуйня, ну. А раньше как? Вообще, блядь, я не знаю, вот этой всей параши, блядь, никто никогда не заморачивался, блядь, как ребро бегает, когда оно останавливается, похую было. Единственное, что на этом, как он называется, ну, на вихре просто разбегались, потом что, ну, шипы били, все это понятно. Потом на X2 я бил, там сказали, ну, вот где примерно
луна и квадрат стоит, вот примерно и туда дальше в комнату, туда к левой и правой крайней стенкам разбегались два танка, типа. Вот, и ребро бегало туда, и, ну, прям на самой большой протяженности, вот, по горизонту вот этой комнаты, короче. Туда-сюда бегало, так на X2 били. Ну, и так же, типа, все стояли похуй где, где хочешь стой, типа, вот. И хуярили. Ну, там, конечно, ХП, блядь, не столько, сколько здесь сейчас. Нахуй не такие... Т5, мне кажется, до вихря можно было залить. Это еще Т5 не было тогда. Тогда еще было только Т4. Еще ОКЗС не выпустили, мы так вот били. Ну, типа... А потом, да, когда Т5 выпустили, там вообще, ну, как по хую просто хуяришь, как манекены, все. И лужи так не лились хуево, как вот сейчас льются, блядь. Они же впереди... Я понял, блядь. Че случилось? Че, он ушел? Не, он написал АФК. Пиши бананы. Надел Уксор, который сидел на замене. Съебался уже. Ладно, а колют? Колют маленький, блядь. А они вот писали... Инфу, чё они порезали тут? Только ХП? Урон не трогали? Только ХП, урон даже не резали. Лубоёбы, блядь, ебаные нахуй. Иди на друида. Иди. Побьём пока так. Угли будешь прохиливать вместе с рейдингом максимально танк. Лишь это время пока что. Так я могу хп оформить. Кого? Это? Кого? Люксо. Нашел, он сказал, что зайдет. Ну ладно, пока не надо. Ну, я на замене сижу. Нет, я только что спрашивал, ты молчал. Ну ладно. А, ну я отхожу периодически. Ладно, понял. Ладно, хорошо, пока не надо. Ок. Шкаф тыкните. Так, соберите, сейчас все нормально тыкнуть. Вончела СС по Арислин. Септик СС по Дармичу, я повыкину. Рыбу ставлю еще раз хавать, полба попарили быстрее. Это мисклик. Данжмастер. Данжмастер. Дунжмастер. Дунге-мунге? Данжмастер, ну прием, пожаснись, пожалуйста, блядь. Ёбаный в рот. Блять. Настя, там уже и морковку.
У нас есть человек на... Да пиздец, ну дал же перекур, ну блять, ну ёбаный в рот. Блять, это ФК нахуй бесит максимально нахуй. Ждем, блять, одного человека просто, нахуй. И роги нет, другого что поменять. Да, был демом. Бед Кинг? Блять, шо он там уснул нахуй, я хуй его знаю, ну пиздец, блять. О, пришел. Неужели? А чё отдаю? На исходные стань. Три, два, один, пул. Реслин, ты даешь этот сокру теперь после дермича на втором битве. Глю, ты даешь после войны, все так же. Вихрь. Крест. Блять, отошли от креста. Че он остановил? Ребят, пожалуйста. Не идите раньше, пока он не чаржнется. Когда он чаржнется, вот тогда начинаете идти в крест сразу. Чтоб такой хуйни не было. Ну, потому что потом начинается хуйня ебаная. Господи, блять, сколько вам раз повторить? Ну неужели вы, сука, блять, не можете запомнить нахуй? Ну это пиздец какой-то. Еще раз повторяю, ребята, блять, ждем, пока он чаржнется. Только потом вы идете в ебаный крест нахуй. Как слышно, прием. Все услышали? Ну вот, либо он там, когда он должен чаржиться, он кидает лужу, блять, на меня. Уёбок. Меня тоже, я поэтому не сразу... и дальше креста никто не заходит. Перед крестом лучше остановитесь. Но дальше креста не заходите. Ну, сосед, тебе не надо в ромбик твой, блядь. Печеньку мне надо туда встать. А чё, может... Может любой лоб... На следующем КД, кстати, пойдем в тюрьму 25-ку. Я подберу деньги. Скорее всего, это будет смешанное там. Может, на этом когда? Ну, только если в среду, я подумаю, если будет время. Убьем ребра, значит, пойдем. Нет, так значит. Может, лок поставить в печеньку портал? Потому что иногда, когда Блэкич блинкуется, в него лужа идет, она идет через рейд. Ну, я сейчас остановился, прям ну, здесь я увидел, что надо меня лететь, я здесь остановился, подождал, костя залез, потом уже пошел. Я тоже не могу. Нет, будет, ну да, по роллу, типа на класс, и этот, ну и токен, соответственно, 20 будет тому, ну, чтобы кусок апнуть сразу, этот, нормальный, который будет. Адель, я тебе, блядь, сейчас хипы минуса, ну. Я керчи на плопа.
Ну давай, блядь, давай в принципе я хуй с ним. Я тпшнусь печеньку, короче, через портал он чаржнет. Он там стрел, он там начинает пуситься, и в этот момент он кидает уже лужу, блядь. Я знаю. Но я... Ты главное, давай я, короче, потпшусь, хуй с ним. Давай так сделаем. Ты просто заходите в рейд во время вихря. Дермич, прием. Все, на исходные дали. Встали, а что дали? 3, 2, 1. Пул. Блять. Все равно лужу на. Это какая? Падайте. Там есть место для маневрирования, так что это все решается. Но да, лужу он посередине, ничего страшного. Ну, было под самый конец просто дать. Этот, блин. Ладно, сейчас я, короче, более все лучше сделаю. Я заранее хочу сделать. Поставить еще метки слева креста и справа креста, чтобы люди понимали, куда бежать. Порт нажал во время каста, что ли? Ну, типа, на самом деле, вот сейчас, конечно, максимально не повезло. Типа, мне надо было чуть подождать. Тут моя ошибка. Но при этом, блядь, не повезло в том, что... Он еще именно в меня выбрал лужу, а не магов, которые стояли сбоку. Не, мы уже во время каста отошли. Уже отошли, да, все, понял. Там во время каста, поэтому он где-то на 1-2 секундах он кидает лужу. Поэтому я не всегда сбегаю или блинкуюсь. Лучше я из рейда. Ну, вам, значит, нельзя сразу, ну, типа, вам надо под самый конец, типа соседский чувак. Так и делаю, я смотрю, если не идет ко мне лужа, я блинкуюсь, если ко мне идет, я ее выношу. Я сейчас подхожу поближе, чтобы это не было такой же ренджи, как у печени. Кирилл, там tomorrow нихуя не санда, и за скольки будем тратить? Ну еще будем. Я надеюсь убить на. Сделать все нормально только. Тем более для некоторых людей там только доходить начал. Ну мы именно так далеко уходим. Чем нельзя оставить вот. Типа, когда босс начинает крутиться, просто он, например, в крестик, а другой, ну, спровод где-то так, для дизер вали танки. А рейд вот это посередине как собрали дело. На рыбу хавать, фулмак парень. Кулак подогнать. У меня может был, а не есть, все есть. Наша пятница, Васьки. Ну, обновить. Там 5 минут осталось. Ну так обновите фласки, в чем проблема? Звезде СПД фласки. У меня тоже Рамбо, есть сейчас. Рамбо МП. Трусы СПД. Полумесяц АП тоже.
Ром полумесяц АП, звезда, трусы, спина. Тёковые звания просто ленятся с КВ достать, да? Там же один только. Одна шашка. А, всё, да-да-да. Чё ты там? Адель. Закончил, ну, значит, зацепился. С хвостом точно, да. Чё, Славка? Юля, не ревнуй. Я... Нет, Аделя, дурачка? Да куда она от меня денется? Зачем на полу был? Все фланги взяли. Всё, окей. А чё отдаю на исходу? Всё, хватит писать. 3, 2, 1, пул. Блядь, раньше времени не пуляй, пожалуйста. Фланг, ебал. Магаши быстрее. Сняли справа. Приготовили сейчас вихрь. Не чаржнулся, сука, урод. Нет. Что за хуйня нахуй? Сосед, короче, сейчас сделаем по-другому. Нам главное сейчас эту хуйню первую словить, дальше будет проще, когда будем ближе стоять. Смотри, под самый конец просто нажмешь блинк. Я буду раньше нажимать. Типа, я сейчас очень поздно, видимо, нажал. Ну, типа, из-за, наверное, из-за задержки сервера, я так понимаю, он не посчитал, что я, типа, дальше стоял. Типа, я нажал где-то за полсекунды до конца коста. Я на одной секунде где-то там был. Там как раз дилей полторы, эти полсекунды, плюс-минус, и надо чуть раньше. Так, вихрькаст. Сколько вихрькаст идет? Я что-то, блядь, не посмотрел. Три секунды он кастуется, да? Где-то на третий. Где-то на половине, наверное. Там дилей ебучего сервера полсекунды, считай. На полторы где-то нажимать. Ну, в эти 3 секунды одну лужу кидать, мне надо вынести и все. Я сразу блинк нажимаю. Ну, так вы два мага как раз там и стоите. Будем надеяться, что в меня не кинет просто, если я все-таки раньше там нажму. Да, не должно. Ну. Не, ну оно может, это типа, считай, шанс 33%. Не, он, по-моему, на только во время вихря одну кидает. На третьей секунде начинает или на второй. Мы ее выносим и блинк нажимаем, потом ты уже блинкуешься. Надо примерно еще поставить метку, чтоб подходили, если что. Сюда. Давайте фуллбаф пока по-быстрому. Типа есть еще одна идейка, как можно типа избежать вот этой вот лужи посередине. Вот, допустим, блядь, щиток этот и ромбик сдвинуть вправо чуть-чуть. И получается, он будет танк кидать, она будет посередине идти,
А мы будем стоять вот здесь вот, получается, в углу в этом. Ну там прям вообще надо будет прям в метке стоять. Типа можно этого избежать прям. Короче, фиг. Это ты звезду поставил, что подходить? Угу. Это далеко. Это вот здесь вот. Не, это плюс-минус нормально. Ну, блять, могу так поставить. Ну, просто вот, нормально. Вот, вот отсюда будет вылетать, и вот как раз вот звезду. Ну видит. Какой шкаф, ну блять, ну ёб твою мать, вы заебали нахуй, ха-ха нахуй, соберитесь, блять. Так, блять, герметича нету. В начале целка, блядь, стоит починка, блядь. В чем проблема, нахуй, не понимаю. После вайпа, блядь, починиться, нахуй. Фулл баф быстрее, дали? Рыбу хавай. А что это за дескилл мне? Это вот этот вот безжалостный, вот это вот его ник новый, или что это? Нахуй? Хуй знает. Где? Дизлайк? Мне ВЛС пишет, нахуй, фрик ебаный, нахуй. Кто это, дизлайк мне? Я не знаю, кто это, я его это типа в чест закинул, мне похуй. Это его твин ДК. Ну все, похуй, короче. Так, короче, так, а чё даю? 3, 2, 1, пул. Такой же мусорный чел, блядь, противный. Фу, блядь. Да, про Роу. Да это как обычно, блядь, его стиль хуйни всякую. Забейте, все. Там человек даун, нахуй. Ну, мне больше ничего сказать. Все, тихо. Мага шип снимите быстрее справа. Сейчас забейте на него, забудьте. Вообще похуй на него. Шипы. Слева шип на маге быстрее. Нормально, в крест. Шипы. Мага сбить, шип. Шип быстрее. Блакич, готовься выходить, выходи быстрее. Шип сзади, шип слева, быстрее, шип слева. Ну быстрее, ребят. Прохил. Тотем ставь и гимна мана. Бля, она шип кинула во время гимна. Лаки. Серый иннер по углю дай. Меня на каждый прок кидает, заебало. Еще Виктор будет, пытаемся. Он, ну, блядь. Он ложек оставил, видишь, идет, я его носил. Да вроде нормально. Пока нормально. Пока нормально. Не, лужа пошла. Она справа, вправо, вправо. В звезду. Ну, блядь, ну, ребят, ну, смотрите, пожалуйста, блядь, ну, откройте глаза, нахуй, свои, пожалуйста, блядь, поверните вправо. Ну, неужели вы, сука... Включите, я не знаю, у вас плотность частиц не включена или что, но уже показывается эффект, что идет по центру. Специально метку звезду эту поставил, ну передвиньтесь справа, в чем проблема, нахуй? Ебануться, блядь. Не знаю, я ни одного тика не получил. Есть хуль.
кресло тут чел встал. Блять, скажите, пожалуйста, а есть какая-то тактика, чтобы никто не сдыхал, блять? И, ну, какая-то такая, блять, понадежнее, блять. Нету тут ничего такого. Чему есть ждать нерфа, когда его занерфят на пиццу? Нету тут ничего такого. Ты сейчас убивается, если все нормально сделать, нахуй, думать головой. Просто некоторые люди, блять, у нас этого не умеют делать, вот еще. Не, ну вот сейчас вот конкретно, да, вот босс побежал, допустим, к соседу, да, и когда лужа это была? После того, как он в рейд чаржнулся обратно, да? Точнее, к воротам. И потом пошла лужа. И из нее выбежать не успели. А почему не успели? Лужа быстрее до рейда дошла, то есть от рейда до босса мало расстояния было, не успели люди среагировать, типа, или как понять? Нет, люди просто, блядь, долго думают, нахуй, отходить или нет. Ты ебаним на себя метку, может быть, это, ну, проще. Да хули толку, но я поставил рядом звезду. Как только это начало выходить лужа, я сказал всем вправо. Кто-то, видимо, решил докастить, блядь, побить там, я не знаю, или что. Из-за этого сдох, нахуй, соответственно. Вот еще, блядь. Почему он вправо чаржит? Потому что на сосед, ну, типа, далеко стоял. Там лужа до последней. Вот все. Если бы он чаржнулся, пошла опять же лужа в центр. Ну я же говорю, если в лужу в центр, передвинуть чуть влево или вправо, и вот просто бежать, становиться в звездочку, и все как бы и... Мерченно, по-моему. Ну просто, правда, надо будет прям именно в метке стоять. Это тоже все решаем. Он типа не успел включить, и из-за этого лужа. Да. 3, 2, 1, пул. Шип стоит уже 30 секунд. Я его слово хуярю. Да. Еще раз буду 30 секунд стоять, походу. Это проклятие, нахуй. Потом еще вихрь будет. Вихрь. Крестик. Третий раз, охуенно. Часто ты в рейде. Шипы сбивать. Четвертый. Ну уже сейчас что-то хуево пошло последний раз. Вы там что-то дергались или что, я не могу понять? Из-за коста шипа, скорее всего. Так тут же он останавливается на месте. Unlucky. Нихуй знает, нахуй. Мы били на циркуле, как, кто помнит, там, по-моему, похуй, вставали на рейнджу все, блядь, и милики бегали вроде как, а РДДшники били... Да, но тут дамага не хватит дамага, если мы, типа, миликов не будем заставлять бить, у нас не хватит дамага. Ну, я про то и говорю, милики бегали за ребром, били, то есть, на похую вообще, ну, то есть, милики не бегали. Блядь, не сравнивать циркуль, нахуй, там этот, блядь, там целка РФ схема закрывается, блядь, за... Час 50, нахуй. Час 40. Что? Ты вот метки-то типа ставил, что так, ну, по центру не останавливался он. А разве нельзя так сделать точно так же, только пропорционально увеличивать расстояние, типа, между там, где танк будет стоять, и там, где чел, который он будет лететь. Только шире сделать это немного. Mm-hmm. Потому что если он так останавливается во время коста, а так будет, ну, сколько таких вихрей будет? 3-4 штуки. То, типа, ну,
Ну, то есть кринжа определенно. Ждать, пока такого не будет, это понимаешь, смотри, типа отходить назад и так далее. В любом случае, кто-то да умрет, нахуй. Точнее, не кто-то, а несколько человек сдохнет. Я более чем уверен. Понимаешь? Я понял, что да, ты. Да, я понимаю. Ну, это, типа, увеличить это расстояние, чтобы места было чуть-чуть больше. Можно? Это же? Понятно. Что, не, вот тут расстояния конкретно нет. Типа, ну, только если там, когда сдвигается вот эта вся хуйня, типа, я думал, ты про это имеешь в виду. Когда он, допустим, разлил это, чтобы типа назад отошли плюс-минус, допустим. И, соответственно, там ромбик чуть дальше отходит, танки, ну и так далее. Я думал, ты про это. Да, типа того, да, да. Типа но того. Это сложно реализовать, это надо думать головой нахуй. Людям, блядь, а не жопой. Флобах давайте. По танкам СС давайте раздадим. Все так же раздаете, как и говорят. Я выкинул, сейчас захожу. Тут еще считай, ну. А, все, не видно. В этой тактике тоже. Тут, блядь, иногда бывает, что не повезет и пиздец. Мне эта тактика не нравится. Вот это вот. Иногда, в скобках, всегда. Все трои. Нет, не все. Некоторые трои, там, блядь, вина была некоторых отдельных личностей. В этом трое тут конкретно, блядь. Не только твоя там. Блэк, септик, блядь, постарался тоже. Арчина плыма. Ну, чё отдаю? 5 секунд. 3, 2, 1, пул. Я быстро сняю. Шип. Надо срочно снять, потому что их еще будет. Во фрейм немножко заходите после этой хуйни все. Да, чуть-чуть ближе, да, чтобы потом не шаржить. Может красный кружочек, если по-тупому выразиться. Смага шип. Работает уже. Они шипы быстро разбиваем сейчас. Там их будет. Они еще будут. Ну там меня кастуют. Крест. Прохил. Сокрой рисли, быстрее. Чё ты не даешь? Ты должен сигнал давать. На следующий.
Юля, гимном оно ближе чуть подошли, да? Как нам ставили? Слева на маге быстрее. С мага сняли резче. Ну. Блять, Реслин, тебе там СС был. Блять, вставайте нахуй. Пизда, нахуй, танков уронили. Блять, ну было все сейчас хорошо, нахуй. Просто уронили танк. И мы шли очень хорошо, прям вообще. Ну, типа, прям вообще идеально шли. Да, блять. Потому что лужи криво не лились. Там еще экзекутка. Ну вот как-то так должно плюс-минус все быть, только танки шум. А? 3.5 минут 50 лямов, это нормас. Хватало. Да, так я же говорю, там хватало. Ты еще учитываешь, экзекутка будет. Ну, Кирюх, типа, мы можем бить только по этой тактике. Типа, если милики будут бить. Без миликов нам не хватит, там ага. Можно бы хватило бы, но в этом нет, не хватит. Нюанс. Там некоторые РДД стоят за спинами миликов, и шипы на них кидаются. Приходится разворачиваться, понятно, получается. Че за сет? Я точно так не знаю. Реслин еще после СС встал прямо под клип, блять, неудачно, нахуй. Еще по пизде пошло. Не успели его поднять, нахуй. Хуёво, что вы тоже без микро, блядь. Вот этот анонс по наду. Так он встал сразу, как раз клиф. И он его убил. Если бы, типа, блядь, был голос, нахуй, было бы хорошо. Типа, я встаю, нахуй, чтобы было понятно хотя бы сразу это, поднять этого танка. Где? Как? Умеет разговаривать. Так как танки умирают? Типа, глю в шипе был или что? Просто один хит. Да, у меня все долго не выбивали. Давай сейчас одного холипала еще попробую. Ковра поменяем. Хорошо. Вернулся там этот райский внук. Шкаф тыкните. Поражаться, ну взять глю фокус, и если на нем шип, поражаться, такая тактика не работает. Или нечего прожимать? Ну я прожимался. Просто, ну, блядь, смотрю, по 5 секунд, типа, пиздец какой-то. Объятие вампира, блядь, и ДЦ, пиздец. Ну, 3 хила, там наверное, то, там наверное. Тоже надо смотреть, немножко чередовать. Сейчас только кровь вампира нажимать, типа, когда прям видишь, что хуёво может второй клип добить. Тоже надо учитывать. Там даже в обычке он больно бьет, костерит. Прям дохуя, я бы сказал. Да, дохуя. Меня вчера в обучке свалило. Тыкните. Рыбу хавайте, хуба. Вот еще 3 вихря, и мы бы как раз добивали. Вот если бы так все нормально было. Когда бы не подумала, что такое скажу, накикните ковра. Старайся. Ковер, прости меня. Это все, Юля. Давайте фулбаф. Че на фулбаф поехали? Райски, мы в кресле, что сбегаемся теперь? Райски, но... Так, все, все готовы. Отсчет даю. Исходный стрим. 3, 2, 1. Сенжура очень важно. Не забывай кричать на ХП. Это да, потому что эти ХПшки могут стрелять очень сильно. В некоторых ситуациях. Примерно 5 секунд нет. Там. Подкаст.
Сейчас вихрь будет, шипы надо сбить сразу. Мага сбить. Соседа сбейте быстрее, шип. Ты ебать, костерез, не сейчас уеб... Ой, этот вихрь въебал, сейчас понял. Ай, блядь, 25. Глюк сакра где? Не забывай, пожалуйста, это важно, блядь. Я специально вас распределил. Мага сбейте. Мага быстрее сбили. И во фрейм сейчас подошли. Шипы сейчас срочно надо быстро давать. Смага быстрее сняли. Блять, ну. Блять, а чё? Сказал же, предупредил. Что жопа может будет, скорее всего. Может повернется да вправо. Правее, правее стали, правее, правее, быстрее. Блять, глю, сосед. Сейчас опять правее. Правее, правее, правее. Да правее, блядь, не левее. Ай, ладно, все, забейте нахуй. Там лужа пропадала. Нам нельзя было левее сейчас становиться. Падайте нахуй. Видели, сколько лужи? Ебать, он разливает нахуй. Вообще жестко. Ебать, блядь, этот, конечно, сука, ну вот, блядь. Ну вот, насколько, блядь, вот эти анлаки ебаные, что на мага еще шип прямо перед вихрем кидает. Это просто пиздец. Ебучий сервер, блядь, просто нахуй. Еще вот такую хуйню устраивает. Все, щиты руини. Да. Минусуй. Сосед, ты притягиваешь шипы к себе. Ой, я, значит, могу идти гулять, да? Нет, ты, блядь, просто перед последним шипом поближе приди. Ты в обычке на сурке притягивал к себе метки, блядь, теперь шипы нахуй. Не, там это был этот хакуапли всякие, бойчики. Вот их кикнули, мы убили сразу. А надо было тебя кикнуть. Бля, ну это тактики, да, конечно, тоже, блядь. Надо везение, нахуй. Ну такое. А он мог посмотреть поближе, они там за три пизды стоят. А есть тактика без стояния? Я выносил лужу. И как раз нажимал. Чел, я тоже выношу лужу. Но я стою ближе. Чтобы выносить лужи, сосед, не нужно стоять далеко за 30 ярдов, ты можешь стоять за 15 ярдов. Вот. Под конец, где уже когда... под АБМе, когда идет уже касс. Ее надо не вдоль, здесь. Не вдаль выносить, а вправо-влево нет? Ну да, далеко слишком не уходи, потому нет, что... Ну... Ты понимаешь, нет, что ты так стоишь? Нет, это понятно. Шипов, что нельзя тебя бить. Нельзя бить шип в половине случаев. Место культуре. Да, могу, даже мастер. Я каждый второй шип соседа не достаю, просто не достаю из мелизоны на 36 ярдов. Просто, ну да, далеко так не уходи, потому что, да, я тоже не доставал до тебя, когда на тебя шип кинулся. У меня было два заряженных шиба, типа я мог кинуть, но я не доставал до тебя просто, оружия не хватало. Слишком далеко я не уходи, причина клуба. Рейд. Давай скидно. Все, все тут. А чё отдаю? 3, 2, 1. Кул. Thank you.
Lane spike cast. Кто там на последнюю штуку, подходи поближе. Как же, блять, он чаржится, боже, это пиздец. Вот сейчас нахуй. Он чарзнет, я сразу уходи. Да я сакрю, блядь, дами. Райски там глю дается. После войда. Во фрейм. Шипы быстрее. Юля, давай, иди, ставь ты там. Сейчас вихрь будет. Крест. Арестин, твоя сакра потом после фейсбанда. Прохил. Пизда, нахуй, переехала, блядь. Серый Тугуда и Акума соседа быстрее. На фрейм стали. Ребафнули мага и лока. Речь. Крип на маги слил. Шип быстрее, с маги сняли. Вихрь скоро. Шипы сейчас сразу приоритет убиваем быстро. Шипы, шипы, шипы. Сбаунд войд. Потом глю следующий сакру даешь. Райский, ты если что, после глю можешь дать сакру. Чтоб нас так не сложило, как в прошлый раз. Шипы, шипы. Танков держим. Во фрейм встаньте, ребят, ближе. Там же милики не достают твоего ешки. Шипы снимай. Да я то, что не достаю, мне разворачиваться приходится, я не кливаю босса. Мы теряем драгоценный ДПС из-за этого, который нам нужен. Ману хилам что-то сделайте. Серый, дай поглю вина. А, ты уже давал. У нас еще КД, не можем. 4 гена сам стамина. 4 гимна есть. 3. Давай, блядь, ебать, что за пиздец?
Блять. Я ложе выносил. А ты не нажал что? А у тебя порт пропал. Нет, у меня не пропал. Я тпшнулся. Проверь. Лужа у нас идет. Нормально. Сейчас можно уже в крест. Крест, да. Ебать, как мы это переш. Андрей, молчи, блядь. Шипы. Фрейм? Ну, фрейм, да. Ближе ставим. Ближе. Шип слева с маги. Шип быстрее с маги сняли. Мага прилетит в РДД сразу. Так, я чё подальше отходи. Через 15 секунд. Маги. Он под лыжи. Шип на маги. Засейте его, чем не хочу. Шип, 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 с меня быстрее, сейчас вихрь будет. Быстрее, шип, блядь, быстрее, ну быстрее, ну шип, сука! Пидоры, нахуй! Леви, леви. Ну, блядь, ну и шаки, ну почему вы шип не сыграли в милизоне, нахуй? Блять, ну я за вас порт не нажал, понимаете, нахуй? Просто не нажал порт, мы из-за этого выпанулись, нахуй, сейчас. Ну все, ну почему вы такие уёбки, нахуй? Ну объясните, блять. Лучше трай за два дня. Я в этот момент сам на шипе был, так бы я его убил бы. Причем, блять, вы его сбивали, ну пиздец, нахуй, секунд 6, наверное. Вы его спили, когда он уже вихрь начал кастовать? Вихрь кастуется, блядь. Шип еще перед вихрем, когда он давал, кастовал. Что? Ну я уже вижу, кто не бьет по шипам. Я думаю, кто может сам посмотрит. Типа люди не бьют некоторые шипы. Да, а нахуй вы так далеко от фрейма стоите, что по вам ОЕшка не доходит? Я что там всех не линканул. Там только топ-10 показывает, когда я линканул. Они хотя бы топ-3. Да нет. Ну что, это ничего не показывает. Нам нужно знать, кто не бьет шипы, а не те, кто бьют его. Те, кто бьют, и так понятно. Я почти по шипам не играю на флик. У меня только если заходит, это, блядь, этот вихрь стрел, который, блядь. Не могу, ну, просто ты играть. Меня, я только свечусь иногда, блядь, сбоку нахуй, когда это. На мага кидаю. Давай просто, если такая хуйня будет, просто скажи, и чё на тебя шипит, я туда блинканул свою печеньку. Я просто не успел сейчас уже, как ты сказал. Он, получается, он полетел как раз в тот момент, когда я блинканулся. Сейчас еще полдела, потом перекручу. Так, ребят, ладно, сейчас по-быстрому курните, буквально 4 минуты. Давайте, чтобы мы его заковыряли потом. Только не больше, больше не, конечно.